Проблем с поставкой металлоконструкции нет. Отставание от графика тоже, заявили представители дорожных служб города, которые занимаются реконструкцией моста на Новом рынке. Так, за последнюю неделю рабочие перенесли коммуникации сетей связи для того, чтобы продолжить демонтаж пролетных строений. На сегодняшний день уже демонтировано 60% моста. Разбирать конструкции продолжают и в настоящее время. Кроме того, на этой неделе мы заканчиваем устройство буронабивных свай под опоры переноса теплосети и занимаемся устройством насадок уже на отбуренных опорах параллельно. Вот. Заканчивается поставка уже труб для теплосети, опять же, то есть в этом направлении ведется работа. Ну и ждем подписания договора с РЖД на предоставление технологических окон. То есть как только он будет подписан, мы заказываем первые окна и даем уже график работы в ночное время на тех 4 пролетах, которые попадают в зону действия именно железной дороги. Дорожники также отметили, что никаких проблем с поставками металлоконструкции нет. Договор с Тюменским заводом заключен 3 недели назад. Конструкции для моста поступят уже осенью, в октябре. Напомним, масштабный ремонт транспортного узла стартовал в мае этого года и завершится в ноябре 2023. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком.